Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, мы находимся в игре Stranded Deep и продолжаем, само собой, выживание, наше великое выживание. Давайте посмотрим. У нас ночь, сейчас наступает вечер, будет, короче, само собой, ночь. Сейчас лампочка выключится, она у нас... Ну почему лампочка? Да потому что она реально выключается, как лампочка, смотри. Смотри. Но, давай, выключайся. Но, раз, два, есть, нет? Чего-то как-то не выключается. Давайте посмотрим, будет так, херак, блин, и света нет. Нет, смотри-то как, этот солнышко-то садится у нас плавненько, это у нас выходит солнышко, очень грубо, жестко и так далее. Но заходит оно, пойдет, заходит оно довольно плавно. Что ж, мы будем сейчас двигаться дальше, нам нужно попасть домой. Как я ориентируюсь по этим островам, как я это делаю, сейчас я вам объясню. Ребятки, начинаем игру обязательно, сейчас расскажу что да как, выхожу и покажу. Выхожу из игры, заходим в меню. Заходим в этот гребаный картограф. Вот мы, когда начинаем игру, мы заходим в картограф. И нам показывают, где находится наш персонаж по данной карте. Вот такая вот карта у нас получается. Да просто меня забомбили, реально забомбили ВК комментариями, а этими сообщениями. Как ты ориентируешься по этим островам, ё-моё, блин. В первоначальном виде карта у нас вот такая вот, но разные, само собой, острова. И боссы у нас в разных местах. Это у нас боссы. В первоначальном этапе наш персонаж находится вот здесь. Именно здесь. И такое ощущение, что он находится вот здесь, на плоту, лицом к этому острову. Не здесь лицом туда или оттуда, лицом сюда или так, а именно вот здесь лицом вверх. Вот у меня так было всегда, да? И сразу же делаем фотографию всего этого. И каждое передвижение. Идем вперед. С помощью плота. Идем направо, вниз или куда вы ни пошли, пишите, записывайте, делайте меточки, стрелочки, и все будет всем понятно. А в ВК я, само собой, кинул, я уже давно кинул фотографию, как я это все мечу, но в данном случае мы находимся сейчас вот здесь, да? Нам нужно пойти туда, туда, пройдем через босса и, само собой, пойдем домой к себе, то есть на базу. Я не говорю, кстати, что там пишут и это вот, но я просто объяснял вот это вот уже пару раз, уже несколько раз объяснял, как я это все делаю, как я нахожу эти вот острова и как ориентируюсь. И у меня просто прям сейчас, прям телефон передо мной, и я знаю, где я нахожусь. То есть я знаю, что я на этом острове, вот корабль направлен вон туда, мы приплыли вот оттуда вот, корабль здесь находится, ну за этим кораблем, за старым. И мы пойдем вот туда вот, к этому, так, погоди. Да, к этому острову, потом пойдем налево, и там будет босс, дальше будет босс, ребятки. К боссу мы не готовы, нам нужны, нужно оружие, так смотри, так у нас тут эти вот снейки. Давайте я сначала здесь разберусь с этими вещами, потому что, как я заметил, у нас немножко бардак есть. Я должен все складывать, и уплываем, ребятки. Напоследок сделаем вот такую вот... Ух ты, штучи у нас появляются. Ха! Вот такую вот вещь. Почему до сих пор, ёл-моё, блин, разработчики, как же вы так не сделали? Ну, анимация как бы есть, но не сделали озвучку этих вот ракетниц. Ну, это же элементарно просто. Взял, блин, ракетницу... Блин, нет, не то, это мясо испорченное. Взял ракетницу... Подставил микрофончики какие-то там, которые нужны. Стрельнул, записал, зарендерил. Все, сделал. Чего тут такого сложного, я не знаю. Давайте сохраняемся. И потихонечку буду я таскать, короче, вот эти вот... Давайте это все-таки вот сюда вот. Потащим наши ящики. Куда? Все правильно. Ах, я знал. А я знал, что не влезет. По чуть-чуть потащим все это вот на корабль. Самая идеальная музыка, которая мне прям... Я, наверное, балдею от нее, но вы, наверное, знаете, о чем я сейчас говорю. Но, о, так здесь у нас нифига уже не влезает. Давайте посмотрим. Камушки, важная вещь. О, вижу, есть места свободные, сейчас сделаем. Сейчас все будет. Да, места есть. Здрасте, ты же меня как бы не съешь. Вроде нет. Нормальная рыба. Хорошая маленькая акула, которая понимает, что по размерам ей со мной не справится. Ну, а мы, ребятки, все вроде бы все сделали, все закончили. Там все дела закончены.
Ящики все взял полностью. Последний ящик тоже взял. У нас есть мотор, как вы понимаете. У нас есть канистры, но у нас нет топлива. Понимаешь, в чем проблема? Топлива, ё-моё, блин, нет. И это же елки зеленые. Как же так без топлива? Так, парусник. Давай, спускайся, маленький. Так, куда я хотел сказать, хотел и... Текс. Ух ты ж, ё-моё. Сейчас, вот сейчас прям не заблудиться. А вот прям сейчас прям не заблудиться. Так, мы приплыли оттуда, вопрос. Или же... Оттуда. Хм, днём было бы виднее. И нужно нам плыть туда? Или туда? Я думаю, все-таки туда. Все, погнали. Я с ориентацией по карте, так, спогоди, нам. А я что? Это все правильно. Все правильно. Мотор пока не работает, поэтому мы его дергать не будем. Блин, туда все-таки влево. Я думаю, влево. Да, начинается супер музяка, которая мне очень нравится. Надеюсь, он тоже понравится, так что давайте будем. А, ты еще крутишься? Крутись, маленький. Вот так. Увеличивается скорость, кстати, или нет? Я не знаю, к чему это все, но мне кажется, там нифига вот это вот не работает. Нет, это не та музыка, которая мне нравится, но все-таки хорошая. Друзья, я акулы здесь еще не видел. А, вот я и акула. А, вспомнишь говно, вот и оно. Вроде так говорится. Она где-то сзади должна быть, да? Сейчас увидим. Блин, темно. Ужас, нифига не видно. Да, нам левее надо. Поэтому плывем левее, то есть туда плывем. Потом поедем. Или пойдем налево, скорее всего. И там будет босс. Но мы к боссу не пойдем, мы не готовы. Но придется что-то придумать. Все, направил корабль, правильно, что было? Что было у нас все еще прям чики-пики прям. Эх, ночью мое, поплыл ночью, чтоб туда, блин, доплыть почти что утром. Посмотрим, как получится, получится ли это или так, или нет. Блин, ну я чего не знаю, того не знаю. Вроде сюда, вроде надо. Но один хрен, мы не потеряемся, это точно. Да, теперь я немножко чувствую, что нам все-таки надо было плыть на этот остров, но значит мы один остров пропустим. Вот прям так прям. Потому что там уже местечко. Ух ты, что и. Для босса. Камни. Подводные камни. Вот он, камень. Очень опасный подводный камень. Мне нужно завернуть. Секундочку. Ух ты ж, ё-моё, блин. Сейчас же не завернешь уже. Давай. Руль. Налево. Только не в камни, блин. Очень опасно. Но придется. Если я его сейчас убру, это не поможет, да? Да, это не поможет. Придется мне сейчас рулить самому. Вот так. Я же мощный парень, блин. Мы все это можем сами. Пошли. Погнали. А чё лампа выключилась, я не понял. Она же в руках была. И еще момент. Мне нужно, чтобы плот был довольно... над... не пропастью, но и не над мелководьем. Это плохо закончится для ящиков. Очень плохо. Но здесь мелководье я вижу. То есть сейчас глянем. Да, блин, здесь мелководье. Да правее, блин. Да ё-моё, блин. Чё я всегда куда-то меня уносит? Но здесь нормально, по идее. Здесь, мне кажется, пойдет. Да, это уже не мелководье, вроде бы как. Но тут акула есть. Тут есть акула, так что здесь палочка с двух концов. Нужно ли нам туда добираться? Или все-таки так, 4 часа утра, блин, подождать может? Правда, пить надо, кушать надо. Даже не знаю, даже... Акула-то сожрет. Где-то она плавает, а ё-моё, блин. Все, короче, I need to find water. Придется. Сразу на мелководье выходим. Акула здесь не нападет. Не должна. И очень внимательно осматриваемся.
чтобы не напороться на колючку. Очень важно. Блин, фонарик надо было взять. А не эту лампу. Нормально. Нормально, вышли. Вышли. Правда, куда плыть сейчас? Сейчас подумаем, надо подумать. Туда плыть, ё-моё, блин. Там реально к боссу поплывем. Хорошо, давайте палаточку сделаем здесь. Ящики все выкинем вот сюда прям. Не-не-не-не-не, маленький фонарик, иди сюда, кому говорю. Вот так вот. Друзья, вы там не забывайте, чем больше лайкосиков, тем больше видосиков, потому что я что смотрю, лайков у нас все меньше и меньше собирается по разным играм, поэтому вот они не выходят. Кстати, вот я же снимал эту игру, My Friend Pedro, и My Friend Pedro больше сниматься, походу, не будет, потому что, ну, очень-очень мало-мало просмотров, и если мало просмотров, ну, это реально убивает канал. Поэтому убивать канал ради того, чтобы игра просто выходила, нет смысла, ребят. Вообще нет смысла, поэтому My Friend Pedro больше, скорее всего, не будет. Надеюсь, никто не обидится. Может быть, от силы там одна серия будет, но и то, на одну серию я там уже заснял ее. Но там херак, и появились авторские права. Вот так вот внезапно прям. Понимаешь, да? Внезапно взялись и появились, ё-моё, авторские права. То есть, мне написали, я его загрузил уже в YouTube. И мне написали, что ваш видосик... Что-то там какая-то музяка играет с авторскими правами. Это очень плохо. Это печально. Так, идем искать, что там у нас еще есть. Хм, нашел курафрут. А, так у меня курафрута, мне кажется, и нет. Или есть где-то. Я же могу его съесть. А могу и посадить, мне кажется, не? Мне кажется, я его на базе могу посадить. В грядочку. Этого добра у нас как бы есть, но не знаю, нужен ли мне он, алоэ вера, или нет. Камушки собираем, потому что камушки, вы все знаете, у нас камушки — это вообще большая беда. А, Вавула-вула, или как это там зовут, это забираю домой. А юга. Короче, я буду сейчас фермером, буду все выращивать, реально. Алоэ вера, все подряд, вообще все подряд, солнышко, здорово. А, мы плыли туда, вот, сейчас мы с вами увидим... Куда плыть? Камушки, камушки, камушки. Сейчас мы с вами увидим, куда... Тихо, тихо, тихо. Направлен плот. Вроде бы как туда. Мне и туда и надо было, по идее. Туда нам плыть не надо. Мы оттуда вроде приплыли. А. Вот мне кажется, туда надо. Или к этому острову, потом дальше. Посмотрим, определимся по дороге. Так, все вроде, на этом острове ничего нет, кроме как ящиков. Ящиков я уже одного вижу, ох ты ж. Сколько у нас предметов-то. Давайте все выкинем. Прям все, прям полностью все. Не хочешь все выкидывать? Вот так вот. Соберу все, что здесь есть, по максимуму. Чтобы понимать, что нам нужно, а что нет. И, кстати, курафрут у нас есть или нет? У меня был какой-то ящик с курафрутом, но мне кажется, он на корабле у нас. Давайте посмотрим. Блин, плыть туда, мне плыть. Мне уже сохраняться нужно, потому что акула, если меня укусит, мне трындец. Сохранялочка не помешала бы, серьезно. А для этого нам нужен топорик. А топорик у нас где? А на плоту, блин. Топоридзе. Акула здесь не должна плыть, а вот здесь. А вот здесь, если она меня встретит, мало мне не покажется. Текст, топорик был где-то здесь, нет? Тут, да. Топорик забрать и курафрут. Нет, это кувава, блин. Ха! У нас два фрукта, короче. Пошел сюда. Отлично, прикольно. Какой-то новый фрукт. Я бы туда заплыл. Но сначала нужно сохраниться, погнали! Акулькин, не трогай меня. Палаточку, придется сделать палаточку, а для этого нужно зарубить пальму. Ну, типа вот таким вот непростым. Не, наоборот, это называется простым способом. Иди сюда, пальмочка, вот так, красавица. О, само собой, нам нужен этот palm bunch. Да и в принципе все как обычно, палочки и всякое вот такое вот, такое вот говнецо. Палочка, мне кажется, у меня есть, камушки, правда, понадобятся, камушки тоже есть. И
А, погоди. Но, нажми. А, и веревочка. А для веревочки, я беру ножик. И ищу вот эти вот Young Palm Tree. Все мы это знаем, поэтому... Но, режь. Ему опять пить хочется, поэтому этот момент мы опустим. Так, сделается веревка, значит. Вот так вот. И делается само собой домик. Приплыл я оттуда. Ставим палатку вот так. Автоматически сохраняемся. Вообще чувствуем себя идеально. Охотником, ё-моё, блин. И идем на охоту. Охотиться будем на кого? На кокоса, блин. Даже два кокоса взял с одного прыжка. Мастер. Все. Что у нас там? Воды вообще ноль. А проблема в том, что у нас на корабле был ящик с этим, с большой бутылкой воды. Но мне кажется, я ее, наверное, просрал. Когда мой плот почти что перевернулся. Вот тогда вот я ее и просрал. К сожалению. Целый ящик, понимаешь? Целый ящик, там три слота. Со всякими хорошими штуками. И он просто-напросто пропал. Упал в воду, я его не заметил, и все. И забудь, пиши пропало. Все, вода есть. Что там мы хотели? Мы хотели проверить, что же есть на этом корабле. А что там утонул, не понял. Но... Воу, фига себе. Фига себе, как я зашел, блин, в этот. Чувак, ты в текстуру прям плаваешь. Я еще забрался через текстуру, блин, через эту дырочку. Нормально. Нормуль, блин. Разработчики прям радуют. Это говно, блин. Я возьму и выкину. О, filter vehicle part. Fuel vehicle part. Filter vehicle. Кстати, фильтра, мне кажется, у меня не было. Много времени не было. Вообще все убираем. И... Начинаем. Туда начинаем. Давай, давай, заряжайся. Это выкинуть говно, короче, в море прям. Гирокоптер, вообще говно, блин. Не нужно, это тоже есть у меня. Уйди отсюда. Вот так вот, все, нам не надо. Ящик. Ну-ка. Ну, давай, дай, покажи мне еще один баг. Нет, это уже не баг, это нормально. О, лампы. Вот лампы, это уже посерьезнее. Колеса нам не нужны. Погнали. Блин, вода прям бирюза... О, вот опасность. Вот она опасность. А вода вообще офигенная. Теперь нужно разобраться, что у нас опять же есть и чего у нас нет. С водой нормально все пока что. А, лампочки. Была у меня в руках лампа, да? Да, ты лампа. Пойдешь к этой лампе. Ну и все в таком духе. Это говно полное убираем. Это пока что держим. Так, все. А, нет, почему все? Погоди, я еще раз сохранюсь. У нас же, как бы, изучение всего этого мира, поэтому мне нужно понять, что есть на этих вот других островах. Не островах, а кораблях. Нельзя забывать про эти штуки, потому что мы в эти острова пока что видим первый раз. Есть острова, которые мы видели уже, а вот здесь мы еще не были. Это я сразу чувствую. Че, прям ничего нет? Ты не богуйся. Слава богу, я сохранился. Боговаться нам здесь не к чему. Почему здесь не было этого ящика? Глина есть. Да заколебал боговаться. Давай тогда туда пойдем. Там змея есть, это плохо. Акула, здрасте. Кто видит ящики? Я их не пропускаю. Не, пропускаю. Engine vehicle part. Вот чего у меня не было. Вот, блин, смотри. Ищешь, когда тебе это надо, ты это не находишь. А когда я уже нашел вот этот вот engine vehicle part, тихо-тихо, дыши, то он у меня уже повторно появляется. А сейчас он мне-то не нужен, у меня уже есть мотор. Да, плыви, плыви. Как меня бесит, блин, заходишь вот в эти вот лодки, и здесь пусто. Не, не пусто. Вы что, прикалываетесь? Третий engine vehicle part. Я пол карты, блин, отплавал, блин. Их не было. Я плыл как дебил, блин, на веслах почти что. А сейчас у нас три штуки на руках. Офигеть. Наверху ничего нету? Блин, так и не увидишь. Так и не увидишь. Красота и не только. Давайте скрин сделаем.
Вот такой вот скринчик. Красиво будет. И, наверное, вот с этого вот ракурса тоже пойдет нормально. Нормально, нормально, давай. Отлично, вообще отлично. Погнали. Блин, опять ему пить надо. Открывайся, по-любому здесь ничего нету. Да, здесь как оно было, ничего. Как было ничего, так оно и осталось, ничего. Эти штуки, я даже не знаю, брать их, не брать, без понятия. Давай пока потащим. Опять вода нужна? Да. Так, секундочку, надо сначала это вытащить. На этот, ну, к нам. Ну, бегай же. О, еще один курафрут. Это можно съесть уже. Давай. Опля. И только? То есть это дает только больше еды, чем воды? Я понял. Господа, давайте кокосики пожрем. Тут у нас Дождевич. Кокосик, кокосик. И попить много нельзя, само собой, у нас диарея начнется, поэтому нельзя, ребят. И пожрать, само собой, нужно пожрать. Персонаж должен чувствовать... А, пожрать нам не надо. Че я парюсь? Ищем дальше. Берем вот эти вот штуки, все-таки мы будем из них грядки делать. Я забыл, что у меня очень много сейчас этих фруктов и всяких растений, которые нуждаются в грядках. Поэтому собираем. Вот. И где-то еще что-то было, вот она. Но что меня радует, это то, что у нас есть Engine Vehicle Part. Две, ё-моё, штуки. Так, эксплодируем сюда. Мотор к мотору. Еда к еде. И так далее. Ух, короче, пока решил, что я здесь убираю, что я выкидываю и так далее, я полностью забил себя этим, блин, да, правда, попить надо. Так, сейв сделаю. Пойду все, пару ящиков туда кину. Давай, 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 маленький, плыви, маленький, давай. Все, короче, все делаем вроде правильно. Мы приплыли оттуда, заплыли вот сюда. Дальше будет еще один остров. И нам сейчас нужно все-таки вот на секундочку, на этот остров. Вон туда вот надо. Да, все правильно, все очень правильно. То есть вы же знаете, я никогда не ошибаюсь в этой, в координации своих, давай поднимайся, движений. Так что оттуда приплыли, туда не надо. Нам нужно вон туда вот. Так что все будет правильно. И после этого острова, именно после него будет у нас босс, которого мы пока что трогать не будем. Нет, я там никому ничего не говорю. Сюда заплывать не буду, я боюсь сейчас акулы, не буду ее трогать. Так, главное сейчас не ошибиться. Туда, сюда, сюда, туда. Да, нам нужно ровно вот на этот остров. И, к сожалению, приплывем мы туда ночью. К великому сожалению. Но что поделаешь? Но что поделаешь? Главное не сбиться сейчас с пути. Короче, в сторону... там мы были. В сторону... солнца. Да. Есть большая проблемка. У меня все забито. Плот забит. Мучаюсь сейчас с тем, чтобы ставить ну, не перпендикулярно, а почти что вертикально, боком ящики я не буду. Это очень долго. И инвентарь у меня полностью забит. То есть места нету вообще ни для чего. Все инструменты стоят в ящиках. Представляешь? Да, после этого острова будет босс. Но нам здесь нужно припарковаться ровненько, чтобы мы плыли вот прям туда, прям через этого босса, чтобы не, опять же, не заблудиться, и чтобы у меня был правильный маршрут. А что у нас такая вода? Светлая была. Нормально все, нормально, нормально. Плода без освещения, правда, но ничего. Прорвемся. Чтобы на камни не напороться, камни у нас слева вижу. Я пойду через правую часть острова, но опять же, проплывем мимо. И пойдем прямо. Ну, я имею в виду, вы поняли. На нем остановимся, по-любому на нем. Чтоб глянуть, что там есть, потому что для нас он новый. Вот тебе и подводные камни, блин. Прям очень близко к нам. И вот те мелководья, которые мне не нравятся. Проплывем через это место. Погоди, я левее возьму. Да, левее. Вот так вот к этому кораблю, короче. Но опять же, корабль наш должен быть не на мелководье. Это очень важно.
Иначе все ящики выпрыгнут нахрен. Это нам не надо. Нифига не видно. Давай здесь тормознем. Или я уперся уже в камень. Ха. Чего не знаю, того не знаю. Рискнем. Да вроде пойдет. Я пошел. Короче, все элементарно просто. Все делаем, как уже 100 раз сделали. Веревочку сделали, все сделали, собрали ресурсы и делаем шелтер. Сохраняться, это очень важно. Очень, очень важно. Делаем вот так. Вот так, короче. И чувствую себя в безопасности. Как только сохранение прошло. А если я посплю эту ночь? Много воды уйдет? Давайте проверим. Потому что статусы нашего персонажа все-таки падают. Еда, вода там. А ну-ка. Не, нормально. Нормально, сколько времени? 8 часов, блин. Так, снег кокосик, срочно. Срочно кокосик. Кокосик. Все, отлично, 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 отлично. Стой, 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 стой. Надо быстро выкинь. Вот, отлично. Фух, успел, успел. Потому что выпала бы еще одна вот такая штука. Одна единица еды, блин, воды. И мне бы уже кокосик кушать нельзя было бы. Само собой, из-за поносика. Все, теперь нам нужно смотреть, что здесь на этом острове есть. Я, короче, лагерь разбил. А все вещи лишние я, наверное, скидываю. Вот сюда. Камушки я их заберу с собой. Все прям. Фонарик. Еще раз сохраняюсь. И сейчас вам покажу, куда мы поплывем. Ага. А прям туда прям. Прямо, в никуда. Знаете почему? Потому что в никуда у нас там будет босс. И через босса мы попадем домой. Это все как бы элементарно. Это я уже рассказывал. Но давайте посмотрим, что на этом корабле есть. Текс. Корабль как корабль. Можно подтянуться. Мне ящики нужны. Ага, спасибо за телепорт. Это говно, конечно же. Но я возьму и выкину. О, лампа, лампа, лампа. Вот чисто ради ламп стоит сюда заглядывать. Прикинь, он не может подняться. Дверь закрой. А там ничего нет. Так что подниматься нет смысла. Идем дальше к следующему объекту смотреть. Да поднимись же ты, ты же, блин, сильный парень. Идем дальше. А все, что мы сейчас взяли, это вот говно. Это вот говно. Тряпки хорошие, по идее, хорошие. Там что-то утонуло, глянем. Я удивляюсь тому, что акулы пока что нет. Забираю, что просто резное, что-то новое. Надеюсь, так работает. Очень надеюсь на это. Что это именно так и работает. Блин, я парус не убрал. И эффект сдувания паруса, блин, до сих пор есть. Все, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Следующий объект там. Нам нужно выйти на берег. Отлично. То же самое. Выкидываем все это вот говнецо. Вот это. Вот это вот дело. Этого дела тоже выкидываем. И идем лутаться дальше. Фонарик мне не нужен. Вы же знаете, блин, это все до поры до времени. Пока меня акула не цапнет. Заплываем. Ух ты ж, ё-моё. Нет, со змеей шутки плохи. Туда я даже не буду пытаться идти, потому что она мне просто случайно может коцнуть. Мы это обойдем. Во-первых, забираем этот ящик. Забрали. Во-вторых, подышали. И заплываем через заднюю дверь. Опять говно. Взять. Взять, само собой. Рыбку не пускаем сюда. Блин, вот эти вот бочки. Акул нет. Они как бы есть, но они без топлива. Это печально. Там еще один корабль. Нифига себе, сколько их тут. Такой маленький остров, а столько всего можно здесь увидеть. Там бочка. Опля, а вот тебе и акула. А вот тебе и акула.
Блин, ну я уже этот корабль уже не смогу залутать. Смотри, она на мелководье все-таки не заходит. Хоть в этом плюс. Потому что она раньше реально заходила и цапала всех подряд, блин. Мусор. Мусор. А в ящиках надо глянуть. Что мусор? Мусор, мусор, конечно. Фонарь тоже, по идее, мусор, но все-таки. Говно. Говно. Все говно, короче, кроме камней. Я уже с камнями уже в беду попадал. У нас они просто закончились. На всех островах. Понимаешь, на всех. Не на одном, а на всех островах. И поэтому я их сейчас уже все камни собираю. Все, что вижу, все собираю. И ставим в ящики. Ага, сейчас. Блин. Я смогу туда попасть? Или меня акула все-таки сожрет? Взять, все взять, конечно. Как этот, Папа Карло, блин, все себе. Тоже беру. Где акула? Опять нужна вода. I need to find water. Water. Это англичане так говорят, но мы так не говорим. Я сейчас доиграюсь, серьезно. Я серьезно сейчас доиграюсь. Кожа. Компас, 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 компас. Я, дай выйти. Я серьезно доиграюсь, блин. С акулой этой. Выпрыгивай отсюда. Выныривай. Погнали на берег. Триллер, блин. Нет ее? Нет. Так, смотрим, что мы там вытащили. Что за клад? Говно, говно, говно. Говно пойдет к говну. Туда. Компас. Хоть один пусть будет. У меня их вообще нет, потому что я их всегда выкидываю, но... Я не по ним ориентируюсь. По компасу здесь, ну, не так уж и легко ориентироваться, поверьте мне. Я знаю, о чем говорю. Это, наверное, сюда пойдет. Это, наверное, ящик вообще пустой. Так, надо опять... Ой, ё-моё, вода. Топор есть? Есть, я пошел. Я пошел попить. Давай, блин. Ну, нет сейчас времени искать сейчас, что там делать. Давайте попьем. Как есть. Покушать пока что не надо. Так что идем дальше. В итоге у нас... Это наши ящики. А у нас еще на 3 ящика больше. Понимаешь, да? Мы все обошли и нашли на 3 ящика больше. Надо опять же все взять, подумать, что берем и что выкидываем. Это нелегко. Нелегко. Надо реально взвесить, что нам нужно и что нет. Я нашел вроде бы способ. Ой. Ой. Нехороший способ, что-то ящики начали дергаться. Поднять их. Спокойно поднять их. Но что-то им это не нравится. Смотри. Поднимайтесь. Видишь, какой хороший способ. Ага. Потихоньку, потихоньку. Не надо мне тут поворачивать плот. И из-за бага с плотом и с ящиками. Что это такое? Они как-то туда вот идут. Все прям. Надеюсь, что я их не потеряю. Так, плот поворачивается опять. Чувствую, чувствую прям. Смотри, это как было-то легко, но боюсь, что что-то поломаю. Поэтому надо аккуратничать. Очень прям аккуратно прям. Угу. Не туда. Сейчас сделаем. Отлично. Ты тоже сюда пойдешь. Блин, давай, вставай на место. I need to find water. Все, вот сейчас, ну, еще один ящик влезет, но я не буду сейчас рисковать, поэтому... Ой, там еще осталось пару ящиков. Ой, да, я пошел за водой. Попил? А наши ящики туды-сюды плавают, смотри. Нам все-таки место освободили для двух ящиков. Значит, так оно должно быть. Ну, давай, давай, влезай. Отлично.
Следующий. А вот следующий можно поставить вот так. Можно? А, тесно ему будет, значит так же. Да, маленький, давай. Есть, сделали. Короче, ребятки, я вроде готов. Там еще осталось два ящика. Мы поплывем уже в следующей серии, потому что уже... Ой, целых 40 с чем-то минут уже записи прошло. И мы поплывем вот туда вот, между этим островом и между тем островом. Вот где-то вот там будет босс. И после босса поплывем на 1 час вправо. И там будет наш остров. Пойдем домой, зальем мотор бензином и будем шиковать. Ну что ж, не забудьте, если вам игра понравилась, подписывайтесь. Ой, это опасно, камень. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, само собой. И чем больше лайкосиков, тем быстрее появится новая серия по Stranded Deep. Всем удачи и всем пока.